Ребята, всем привет, с вами Александр, мир юрского периода. У нас здесь заканчиваются последние полчаса, когда мы можем навалять еще разок, короче, Альфе 06. Не знаю, может мы в конце боя и заглянем, если останется кем сражаться. Потому что у нас есть еще два такие турнира, вот вместе с приливом. Ну, это чисто водичка. И вот самые такие жирные, интересные бои, это за открытие новых существ. Ну, Леоплевродон у меня открыт, но тем не менее, боя здесь... чертовски неплохие. И пеликанимим, да, то есть у нас обычный гибридик, пеликанимим, галимим, не, пеликанимим, это обычный. Или все-таки гибрид, я уже и забыл. Пелика, может быть, ладно. Главное, у нас здесь есть надозавр 403 уровня, у которого 19 тысяч жизней и 6 тысяч урона. Это один из самых сильных. Хотя, ну что, тут пеликанимим как бы ему не уступает. Так что вот такие вот у нас сейчас тут будут битвы. Но на самом деле это бой простой, все-таки это травоядные, а у нас самые сильные существа это хищники. Так что я думаю, мы сейчас тут распетляем. Так. Ну, да не будем особо тут изгаляться, возьмем просто хищников, да и все, наверное. Так хватит, не хватит, дальше не знаю. Ну, он подменится на Раджастегу, нам главное по-быстрому положить, да хотя, ну как по-быстрому положить Раджастегу, это мы это сделаем, так они же это бьют очень больно, по 3 косаря, они бьют больше, чем мы. Ну, если бы у нас бонуса не было, так это было бы вообще ахтун. Так, ну, мы постараемся продержаться. Он не подменился, но сейчас может подмениться. Вот. Нет, смотрите, опять не подменился. Ну, пусть будет так. Хм, какой, смотрите. Не подменился. Так, подождите, а у него один балл остался или нет? Что-то цифра 5 запомнилась. Да. Был бы. Был у него балл, все правильно. Так, ну Раджастега, она, наверное, сейчас меня вынесет. Я, наверное, так зря не поставил защиту, хотя бы один балл. Да. Но, с другой стороны... С другой стороны, мы по-быстренькому тут разыгрались. А жизни там-то не так уж и много. И все отлично получилось. Раджастега. Как я так мог сделать? Объясните мне. Блин. Но ситуация как бы особо не поменялась. Но глупо получилось. Так, ну он меня сейчас проатакует. Полюбасу проатакует. Впервые сражаюсь с противником надозавром. На самом деле. А у него так было бы сила ударов 6000. Блин, он классно выглядит, смотрите как. Шикарно. Анкитрозавр, да, напоминает. Вот так, по-моему, в Jurassic World Alive это анкитрозавр. Ой, скриншотик сделал. Я просто тут пытался нащупать, как добавить громкость. Ctrl 5. Отлично. В Ноксе в эмуляторе. Так, что у нас теперь? Это бой у нас посложнее. Это посложнее, потому что у нас здесь есть амфибия. Так, ладно. Вот так. Вот так. И вот так.
Ну, в принципе, 3-3-3-3-3. Блин, и с пахицефалозавром я давно не сражался. Вообще на 40 уровне он вообще божественно выглядит, как какой-то пришелец. Ну, я насобирал много баллов, но можно и не защищаться. У него по нулям. Так, у него будет 3 балла. Вот так вот пробил. Я думаю, проще будет сохранить свои баллы, чем сейчас пытаться защитить Дмитрия Фадона. У него слишком мало жизни. Он, думаю, сейчас подменится, наверное, травоядного. 3-3-3-3-3. Сменился. У него 2. И что, проатакует? И атакует на 1. Ну, это, конечно, не очень хорошо, но... Но, тем не менее. Фартануло ему. Ну, так вот сделал я. Почему так? Потому что у нашего противника мог быть балл. У него могло быть сейчас уже быть сколько? 5 баллов, да? Но я думаю, он проатакует все-таки. Да. И вообще, это тоже, опять же, идеальненько, ребята. Тютелька в тютельку. Во-первых, я выжил на последнем. И проатаковать... Ну ладно, у меня один лишний балл остался. Тирана Титан. Красивые противники, мне нравится этот бой. Ну, то есть они обычные, но вкачанные. Интересный бой. Такой не часто попадается, в принципе. Пахицефалозавр. Вообще не помню, когда я с ним сражался. Тирана Титан тоже. Ну, сейчас идет скидка такая мизерная, какая-то процентов 10, да? Так, ну и это, в принципе, более легкий бой. Так, Горгазух у меня, да, занят, да, получается, да, Горгазух занят, у меня вообще амфибии заняты сейчас, да, получается, да, ну, практически заняты. Что у нас такого есть? Ну, если взять Горгазуха, он же подменится на Скафагната. На Скафагнатика он подменится. Ну, в принципе, я могу взять Метрия Фадона и Индораптора. Ну, даже не знаю. Я хотел бы взять, да, наверное, Цератопса своего. Но он же занят. Монастиготопс у нас еще занят. Ну, он будет слабоват против Тирана Титана. 7300! Блин, не знаю, какой рекорд. Я вообще видел бы хищника более сильного, чем вот этот. Дальше не вспомню. Так, вот даже не знаю, кем тут воевать. Вот так все-таки пойти. Либо взять вместо Горгазуха Пахика. Вместо Горгазуха взять Пахика, может быть. Пахика. Или даже вместо Метрия Фадона, да, вот не знаю. Ладно, давайте так попробуем, если что, у нас еще попытка будет. А у нас сейчас он за один удар не пробивает? 8000, черт, надо было Пахигалозавра брать. Реально мог бы пробить Скафагнат, просто имбический удар у него. На 2 давай, молодец. Бой будет недолгим, но кто победит, это еще вопрос. Так, я должен бить на 3. Ну, один Индораптор против 2. Юдон 57, ребята. 57 Юдон. 19 на 7300. Вот это сила.
Ну хорошо, что он по полной проатаковал. Вот это, в принципе, хорошо. Так бы проатаковал бы на один, или это было бы хана нам. Раз, два, три. Покойник. И раз, два. Ну, три мне надо делать. Представляете себе, три в защиту. Ну, если Юдон атакует, то все поизичу, а если нет... Так, ну, Юдон, да, не такой страшный. Тирана Титан был пострашнее. Ну, да. И, в общем-то, он нам подарил победу. Я, в принципе, еще один удар даже выдерживаю. Ну... Все, все получилось хорошо, как говорится, на ловца и зверь бежит. Ну, думаю, у нас еще есть времечко, сейчас мы заглянем к Омеге. И Лео Плевродончик. 20% скидка идет сейчас в магазине. Так, ну мы к Омеге давайте, один бой. У нас Омега здесь вкачанная, потому как бы нам тут долго сражаться не придется. Так, у него 4 косаря сила удара. Кем будем сражаться? Так. Пахик. Вот из этих можно взять кого-то. 2600. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Приатродона можно взять. В принципе, Приатродон такой же, как и Индораптор. А зато вот есть более такой живучий эрлифозавр. Давайте вот так пойдем. Я, по-моему, пахигалозавра не брал. А, здесь у меня 11-й, да? Это я в другом аккаунте там сражался так мощно. Пробил. Я там до какого уровня дошел? До 20 какого-то. Был 15-й, потом 20 какой-то, да? Уже не помню. Ладно. Давайте поставим 3 в защиту. Атакуй. На все 5. Молодец. Пахигалозавр сейчас еще пробьет альфу. Атака на 4. Отлично. Вот так, давайте как-то попробуем. Минус. Давай, не вставай, лежи, отдохни. Четыре шестьсот. Ну, сила удара у нас уже не растет после 10-го, как мы знаем. Минус, то есть 2 под уже 4 пробил. Это хорошо. Ну, еще эрликом пробить двоих и будет отлично. Атакует на 4. Ну нет, тут я двоих не пробью. Ой, я вообще тут не... Нет, не надо, не надо. Вот гаденыш. Надо было таки его проатаковать. Кстати, эрлифозавр похож на дилораннозавра из Jurassic World Live. Похож, действительно.
Так, ну ладно, плюс еще 23 тысячи урона в копилочку. И сколько у нас тут времечко-то осталось, чтобы с ним посражаться? 16 минут, ребятки. Так, я тут статуэточки уже себя разместил, вроде как. Да, вот, разместил мои статуэточки. Вот такие вот у нас награды. А на этом я с вами прощаюсь. Всем пока.